Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «Санас». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. В эфире новости на восьмом. В ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока. В студии Максим Дудников. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. В Новый год с новым губернатором. Выборы главы Приморья состоялись. В повторном голосовании приняли участие более 46% избирателей. Жемяк Олег Николаевич – это кандидат, который набрал более 50% голосов. 20 лет спустя обновленная молодежная региональная выставка «Территория надежды» распахнула свои двери. Да, мы хотели продолжить «Территорию надежды 1», которая происходила в 1995 году. «Поздравь Деда Мороза» – отборочный тур новогоднего конкурса от «Радио Лемма» собрал множество юных талантов, которым предстоит растопить сердце главного волшебника. Также в выпуске. Второй из трех новых электропоездов пригородного сообщения для Приморья прибыл во Владивосток. И еще расскажем. Депутаты Госдумы приняли закон о любительской рыбалке. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Выборы губернатора Приморья состоялись. В повторном голосовании приняли участие более 46% избирателей. Съемочная группа 8 канала побывала на нескольких избирательных участках. Подробнее о том, как проходил день голосования в Приморье, в материале моей коллеги Светланы Садовой. Андрей Андрейченко, Олег Кожемяк, Алексей Тимченко и Роза Чемерис. В бюллетенях для голосования 4 фамилии. В субботу 16 декабря в Приморье с третьей попытки выбирали губернатора края. Традиционные избирательные участки открылись в 8 утра под звуки государственного гимна. Многие жители края явились сюда, чтобы исполнить свой гражданский долг сразу после открытия. Ну, мы пришли, потому что это наша активная жизненная позиция, то есть мы не можем пропустить такое мероприятие, как выборы. И ожидаем мы, конечно, хороших дорог в Приморском крае, не только в городе Владивостоке. Ну, чтобы развивалась социальная сфера, непосредственно там школы, детские сады, чтобы хорошее питание было у детей. Ну, и чтобы все было хорошо, да, дочь? На 12 часов явка на избирательные участки составила почти 14%. Это больше, чем было зафиксировано на это же время 9 сентября. Несмотря на то, что декабрь – месяц не характерный для выборов. Никаких официальных жалоб в избирательную комиссию Приморья о нарушениях на выборах не поступало, несмотря на некоторые заявления в социальных сетях. Ну, я бы сказала, в штатно напряженном. То есть официально никаких жалоб нет, но все равно чувствуется волнение, чувствуется напряжение, все переживают за результаты. Олег Кожемяка также пришел на избирательный участок, чтобы выполнить свой гражданский долг. Вместе с супругой Ириной он проголосовал на участке номер 727. Традиционно активное участие в голосовании на выборах губернатора принимали пенсионеры. Охотно шла молодежь. Избиратели постарше приходили целыми семьями, многие вместе с детьми. Я всегда хожу на выборы, потому что я поставлю галочку против того кандидата, который мне нравится и который считаю достоин этого. Я пришла на выборы, потому что все-таки край требует перемен и с надеждой на то, что сегодня мы выберем губернатора. И начнутся уже не подготовительные работы, а настоящая работа по улучшению жизни в крае. Закрылись избирательные участки ровно в 20:00. Начался подсчет голосов. Сначала посчитали бюллетени в переносных урнах для голосования, потом в стационарных. Результаты внесли в государственную автоматизированную систему выборы. Напомним, что для победы одному из кандидатов необходимо было набрать минимум 50% плюс один голос. И это удалось Олегу Кожемяка. После 21 часа 16 декабря стало известно. На выборах губернатора Приморского края побеждает действующий глава региона. Он набрал 61,88% голосов избирателей. Светлана Садовая, Алексей Заровный. Новости на восьмом. Ранее 16 декабря в 23 часа в штабе общественной поддержки Олега Кожемяка журналисты смогли задать вопросы кандидату в губернаторы. К слову, сторонники Кожемяка не скрывали своей уверенности в его победе. Несмотря на то, что избирательная кампания была короткой, он смог обсудить с общественностью все болевые точки и наметить конкретные решения в сфере экономического и социального развития Приморья. Вместе со всеми проделана большая работа в течение этих 2 месяцев.
и уже сформирована и картина, и понимание тех проблем, которые есть, как их нужно решать. И, безусловно, мы будем работать все вместе, мы будем, безусловно, обновлять и потенциал, команду, которая знает истинное положение дел, которой доверяют люди. Безусловно, будем опираться на помощь федерального центра, на финансовую помощь. Для нас очень важно, что Владивосток стал столицей Приморского края. Это тоже потребует коренных изменений в облике города, вот, в той большой работе, которая предстоит сделать непосредственно и самому городу, и, безусловно, сделать так, чтобы горожане почувствовали себя, и гости почувствовали, что он является столицей. Олег Кожемяка поблагодарил всех сторонников, которые помогали ему провести рабочие встречи на территориях и оперативно решить вопросы местного значения. За 2 месяца он объехал все районы и повстречался с людьми разных профессий, разного уровня жизни. Это было крайне полезно, считает Кожемяка. И, безусловно, эти встречи обогатили нас пониманием проблем и в производственной сфере, пониманием проблем социальной, вот, что нужно сегодня приморцам. И могу сказать, что наша политика будет прежде всего ориентироваться в сфере экономики. Это на поддержку существующих предприятий, тех предприятий, которые сегодня есть в крае, которые работают и нуждаются в нашей поддержке. Потому что там сегодня работают люди. Они сегодня создают прибавочный продукт, налоговую базу. Они сегодня являются жителями Приморья. И, безусловно, нам важно сохранить эти предприятия, сделать так, чтобы они успешно работали, у людей было чувство уверенности в завтрашнем дне. И еще раз говорю, что с большой программой мы выступим снова с тем, чтобы все-таки судоремонт вернулся в наши родные гавани, с тем, чтобы заработали наши судоремонтные заводы по ремонту наших и рыболовных, и танкерного, и рефрижераторного флота. Вот, то есть это большой задел, который нужно будет сделать. Будем делать это вместе с правительством Российской Федерации, вместе с президентом. Журналисты также спросили на пресс-подходе в штабе общественной поддержки Кожемяка, что он считает самым насущным сегодня, с чего начнет работу. Конечно, это вопросы социальной сферы, вопросы, которые волновали жителей, волнуют продолжать и в образовании, и в медицине. Вот, то есть вопросы дорог, вопросы мостов, благоустройства наших городов и ту программу, которую мы начали по новым спортивным площадкам, по детским городкам, мы, безусловно, будем продолжать в течение длительного времени с тем, чтобы была возможность людям заниматься спортом в любое время, чтобы действительно было качество жизни, которое отвечало современному Приморью, отвечало бы требованиям и молодежи, и где в Приморье можно было бы комфортно себя чувствовать людям из старшего поколения, и было будущее у молодежи. Жители Приморского края однозначно высказались в поддержку курса на развитие, который заявлял Олег Кожемяка в ходе избирательной кампании. По словам секретаря избирательной комиссии Приморского края Натальи Камаевой, выборы прошли максимально прозрачно и без нарушений. В избирательную комиссию жалобы на подвозы и подкупы избирателей не поступали. 61,8% голосов за Кожемяка и 25,2% у его ближайшего конкурента. При явке в 45%. Это результат не просто достойный. Это ошеломительная победа, говорят эксперты. Подробности расскажет Дмитрий Беломестнов. Самая длинная выборная кампания завершилась. Губернатор Приморья избран. Стали известны официальные итоги голосования. Главой региона становится Олег Кожемяка. По данным подсчета 100% протоколов участковых комиссий, явка избирателей составила 46%. Таким образом, в выборах приняло участие 680 098 избирателей. Кожемяка Олег Николаевич – это кандидат, который набрал более 50% голосов избирателей в соответствии с законодательством Приморского края, будет признан избранным губернатором Приморского края. По результатам голосования голоса распределились следующим образом. Кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко набрал 25,16%. Самовыдвиженец Олег Кожемяка набрал 61,88%. Представитель партии «Роста» Алексей Тимченко набрал 5,17%. Кандидат от партии «За женщин России» Роза Чемерис – 3,8%. Также стало известно о жалобах и недействительных бюллетенях на выборах
губернатора Приморья. Серьезных жалоб к нам не поступало. Были обращения граждан, которые были связаны с вопросами о включении в списки избирателей, с вопросами, связанными с голосованием вне помещения для голосования и с работой мобильного избирателя. Каких-то жалоб о подкупах, о подвозах, особенно в массовом своем характере, как мы сталкивались в предыдущей кампании сентябрьской, в избирательную комиссию не поступало. Также она добавила, что было 27 095 недействительных бюллетеней, что составляет около 4% от общего числа. Жители Приморского края в третий раз за этот год голосовали на выборах главы региона. С победой на выборах временно исполняющего обязанности губернатора края уже поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев. Избирком Приморья, согласно процедуре, официально объявит победителя губернаторских выборов 18 декабря. В администрации края отметили, что Олег Кожемяка предположительно вступит в должность на этой неделе. Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный. Новости на восьмом. Второй из трех новых электропоездов пригородного сообщения для Приморья прибыл во Владивосток. В субботу начнется его обкатка. Ранее сообщалось, что первый поезд производства Демиховского машиностроительного завода прибыл во Владивосток в августе. В ближайшие дни ожидается поступление третьего поезда этой же модели. Отметим, что новые электропоезда отличаются повышенным уровнем комфортности. В них создана безбарьерная среда для пассажиров с ограниченными возможностями, головные вагоны оборудованы подъемниками для инвалидных колясок, также просторными биотуалетами, модернизирован сквозной проход через весь состав. Аварийная краш-система головных вагонов обеспечивает безопасность пассажиров и локомотивной бригады, а также снижает риски их травмирования в случае возникновения нештатной ситуации. Данные поезда будут работать на наиболее пассажиронапряженных маршрутах. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Каждый житель России теперь может оставить свои предложения по развитию Дальнего Востока на специальном сайте. В ДВФУ запускают первые в России курсы подготовки волонтеров в виртуальной реальности. Жителей и гостей Владивостока предупреждают, выход на лед категорически запрещен и опасен для жизни. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «Санас». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «Санас» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «Санас». Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников, и мы продолжаем. Каждый житель России теперь может оставить свои предложения по развитию Дальнего Востока на специальном сайте. В ДВФУ запускают первые в России курсы подготовки волонтеров в виртуальной реальности. Жители и гостей Владивостока предупреждают, выход на лед категорически запрещен и опасен для жизни. На судьбу Дальнего Востока дали возможность повлиять всем россиянам. Каждый житель нашей страны теперь может оставить свои предложения по развитию Дальнего Востока на сайте dv2025.rf. Напомним, президент России Владимир Путин поставил задачу разработать программу развития Дальнего Востока до 2025 года. Это масштабная задача, к решению которой решили привлечь дальневосточников и всех жителей России, неравнодушных к будущему нашей страны. Для того, чтобы оставить предложение, необходимо зарегистрироваться на сайте, указав информацию о месте своего постоянного проживания, номер мобильного телефона, профессиональную принадлежность и дату рождения. Каждый пользователь сможет оставить неограниченное количество предложений в разных разделах сайта. Предложения могут касаться как развития Дальневосточного федерального округа в целом, так и развития конкретного дальневосточного региона или отдельного населенного пункта.
Иногда есть решения, которые не лежат на поверхности, но они очень важны для людей. Например, многие говорят о том, что надо снизить стоимость авиабилетов, и тогда будет развитие. А может, не это главное? Может, главное — комфортный самолет и возможность улететь хоть каждый день? Поэтому мы и хотим спросить у людей, что они действительно хотят, из каких слагаемых, по их мнению, должно сложиться дальневосточное управление, отметил министр. 25 декабря будет подключен модуль рейтингового голосования по поступившим предложениям. Голосования будут проведены по каждому из тематических направлений в каждом дальневосточном регионе для определения приоритетов развития для каждого из них. С 31 января 2019 года на сайте заработает модуль экспертной работы. В рамках раздела предусмотрена возможность подачи развернутых документов, включая проекты нормативо-правовых актов, планов развития территории, экономических обоснований для реализации отдельных мероприятий. Центр подготовки волонтеров ДВФУ запускает виртуальные тренинги для будущих добровольцев. Пройти курс обучения можно из любой точки мира. Для этого необходимо скачать приложение, надеть очки виртуальной реальности и наушники. К просмотру уже доступны 5 тематических тренингов. В обучающих видео опытные волонтеры знакомят с навыками доврачебной помощи, объясняют основы делового этикета, рассказывают, что делать, например, если делегат прибыл на мероприятие, а бейджа нет. Также на сайте Центра подготовки волонтеров ДВФУ можно бесплатно скачать специальное приложение для участия в виртуальных тренингах. Также размещена подробная инструкция, как пользоваться VR-оборудованием и ориентироваться в виртуальном пространстве. Отметим, что Центр подготовки волонтеров ДВФУ действует 7 лет. Через него уже прошло более 3000 студентов. Активисты работали на всех восточных экономических форумах, Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи, Всемирной летней универсиаде в Казани, Всемирном фестивале молодежи в Сочи, чемпионате мира по футболу и других крупных мероприятиях. Арт-Этаж распахнул двери для территории надежды. Впервые молодежная региональная выставка под таким названием прошла в Белом доме Арт-Этаж в 1995 году. Прошло более 20 лет, и наследники художественной мысли из Приморья и других регионов возродили проект в новом обличии с новыми идеями. Подробнее о гармонии, перформансах и критериях отбора расскажем в нашем следующем сюжете. Арт-Этаж стал местом для настоящего паломничества. Здесь собрались любители и ценители искусства. Повод – молодежная региональная выставка, в которой приняли участие почти 30 художников из Благовещенска, Биробиджана, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и, конечно, Владивостока. Экспериментальная площадка представила результаты коллективного творчества десятков мастеров, работающих с разными материалами и отличными друг от друга техниками. Название выставки «Территория надежды 2» отсылает к прошлому арт-пространства приморской столицы. Да, мы хотели продолжить территорию «Надежды-1», которая происходила в 1995 году в здании, когда Арт-Этаж находился в Белом доме. Как раз он проходил при поддержке комитета молодежи. И мы хотели сделать такую же территорию «Надежды», но в процессе мы отказались сначала от слова «надежда», потому что такая молодежь, которая уже не испытывает надежд, но и делает все сама, как казалось. Впрочем, по ходу творческого процесса организаторы наполнились уверенностью, что слово «надежда» все же вернуть стоит. Хотя и не акцентируют теперь на нем внимание. Ведь почти все оно было приковано к центральной экспозиции, или, как это называется в арт-среде, перформансу. Что же означает загадочная инсталляция из живых тел на полу, рассказали кураторы проекта. Это тоже о территории, о той территории, которая ограничена, о доверии между двумя, о балансе, о гармонии. И можно еще много чего к этому... Стоит отметить, что все приглашенные авторы за 4 дня до открытия осмысляли и создавали многое из представленного на территории прямо по ходу подготовки выставки. Здесь, в арт-этаже, творилось искусство, как оно есть, говорят организаторы. Возникает логичный вопрос, а был ли отбор работ и по каким критериям? Изначально отбора не было, как такового. Мы пригласили всех, и кто страстно откликнулся на наше предложение, мы всех впустили, но в итоге, так как это была художественная сфера, и художники здесь находились, и это была их территория, они сами решили, какие работы здесь не должны присутствовать. По итогам, из 27 заявленных на территорию «Надежды» работ, художники коллективным решением отобрали чуть больше 15. Здесь, уверены кураторы, собрано все, что нужно. И даже манифест блюда из уличной кухни, шаурме, подкреплен кулинарным перформансом. Пока читаешь его, девушка сделает настоящий завертон. О будущем выставки пока неизвестно, но администраторы арт-этажа рассчитывают сделать ее как минимум ежегодной. Евгений Черемухин, Алексей Заровный. Новости на восьмом. С приближением Нового года все больше людей задумывается о том, как поздравить своих близких и что подарить.
Радио Лема и 8 канал решили нарушить привычный ход событий и затеяли коллективное поздравление для самого Деда Мороза. А для начала отобрали юные таланты, которым предстоит растопить сердце главного волшебника. Все подробности узнаем в нашем следующем сюжете. Как поздравить Деда Мороза? Звонкой песней. Лиричным стихотворением. Ветер бушует над бором, из гор побежали ручьи, мороз своей воды дозором обходит владения свои. Ярким танцем и, конечно, детской непосредственностью. Нравится мороз, ведь есть все, как и румянец розовый на щеках. Десятки юных жителей Владивостока собрались в телевизионной студии, чтобы показать свои таланты судьям и выйти в финал конкурса «Поздравь Деда Мороза». Эту акцию совместно проводят «Радио Лемма» и «Восьмой канал». Выбирать лучшие творческие приветы судьям оказалось нелегко, но интересно. Участники очень разные, возрастная категория и номинации у детей очень интересные. Ориентируемся в большей степени на профессионализм детей и на артистичность. Уже было как минимум пару номеров вокальных, которые просто повергли меня в такой, скажем, культурный шок. Мне очень понравилось. Я поставил им очень такие хорошие отметочки. Когда мы видим яркий номер, когда человек, ребенок, артистичен, когда он отдается публике, когда смотрит в глаза жюри элементарно, то есть работает на зал, это уже большой плюс. Но порой интуиция приходит на помощь. Сами же участники старались не теряться и, преодолевая естественное волнение, выкладывались на все 100. А в ожидании своего выхода маленькие исполнители охотно делились с нами собственными секретами подготовки к конкурсу. С выражением дома репетировала, чтобы хорошо рассказать и дальше хотя бы пройти из отборочного тура. Я приходила домой, делала уроки и приходила на кухню и рассказывала маме стих. Она мне показывала, как надо его рассказывать с выражением. Мы готовились очень долго, старались, чтобы петь мне было громче. Надо очень хорошую харизму иметь, чтобы прям покорить все жюри. И они сказали, вот. Идеальный претендент на первое место. И судьи действительно сказали слова одобрения многим из тех, кто решился стать участником конкурса «Поздравь Деда Мороза». Первый этап праздничной акции успешно осуществлен, а ее организаторы уже пребывают в приятном ожидании финала. Детки, то, что у нас весьма-весьма и талантливые, и открытые, что очень важно для этого конкурса. В ближайшее время, то есть уже в конце декабря, мы подведем итоги большим гала-концертом, который пройдет в кинотеатре «Океан». Подведем итоги и, естественно, вручим приятные подарки и хорошие призы нашим всем конкурсантам. Увидеть выступления финалистов и оценить артистизм юных талантов зрители 8 канала смогут уже накануне Нового года. Олег Завьялов, Сергей Тулатиев. Новости на 8. Хорошие новости для тех, кто увлекается ловлей рыбы. Депутаты Госдумы приняли закон о любительской рыбалке. Документ закрепляет норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохраняет возможность для использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Закон учитывает интересы рыболовов-любителей, которых в России насчитывается более 20 миллионов. В первом чтении документ был принят еще в 2013 году, однако тогда в нем возникли некоторые спорные моменты. Сейчас же удалось достигнуть компромисса между всеми сторонами. Закон закрепляет право граждан свободно и бесплатно заниматься любительской ловлей рыбы на водных объектах общего пользования, исключая водные объекты, представленные для ведения рекреационных рыболовных хозяйств. Что касается ограничений, закон запрещает использование электроудочек и ограничивает продажу сетей. Однако, как уже говорилось, исключение сделано для регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока, где рыбалка с помощью сетей может быть открыта в определенные периоды времени. Тем временем рыбаки Владивостока в минувшие выходные устроили паломничество к водам Японского моря. В погоне за корешкой любители зимней рыбалки не смутили даже положительные температуры воздуха и тающий лед.
Чуть только побережье Японского моря схватилось припаянным льдом, фанаты зимнего клёва массово вышли на рыбалку, рискуя жизнью. Ни предупреждения метеорологов, ни слова спасателей не останавливают рыбаков на пути за свежей корюшкой. Людей не протолкнуться, отмечает ресурс «Прима-медиа». А ведь синоптики предупреждали, еще слишком рано. Но восторг от зимнего клёва, кажется, заглушает голос разума. По крайней мере, такое впечатление складывается из отчетов о зимней рыбалке в Амурском заливе и бухте Навик на Русском острове. И все же сотрудники МЧС еще раз настойчиво предупреждают. До наступления устойчивых морозов лед еще не прочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он способен еще выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым. Спасатели отмечают, что чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под снегом и сугробами. Такой лед наиболее опасен. При наступлении на него он проламывается, и человек неожиданно попадает в холодную воду. Спасателям вторят и власти приморской столицы. Жителей и гостей Владивостока предупреждают, выход на лед категорически запрещен и опасен для жизни. Далее о спорте. Волейболистки «Приморочки» у себя дома принимали нижегородскую «Спарту». Футбольный клуб «Луч» поборется за кубок ФНЛ. Велосипедисты «Приморья» проведут последние соревнования в этом году. Все подробности расскажет Максим Яковлев. Волейбольный клуб «Приморочка» у себя дома встречался с нижегородской «Спартой». В двухматчевой серии по факту решалось, кто сохранит за собой место в первой тройке таблицы. Стартовая игра хозяевам не удалась. «Спарта» отдала приморцам лишь первую партию, после которой нижегородцы как под копирку выиграли все остальные периоды – 1-3. А вот ответная игра на следующий день получилась в точности наоборот. «Приморочка» уже не так просто отдавала очки. Выиграв две партии, наши девушки в последнем периоде смогли буквально выиграть итоговую победу – 30-28. Общий счет 3-1 в пользу желто-черных. Следующую пару матчей Владивостокский клуб проведет на выезде. 22 и 23 декабря нас примет Тулица. Футбольный клуб «Луч» поборется за кубок ФНЛ. Ежегодные соревнования, которые проводит эта лига, пройдут в этот раз в феврале 2019 года. Встречу самых выдающихся клубов будет принимать кипрский город «Пафос». Помимо команд ФНЛ, в турнире поучаствуют и иностранные коллективы из Еревана, Эстонии и Латвии. Приморский «Луч» в 2014 году выиграл этот кубок, а в последнем турнире смог завоевать серебряные медали, уступив лишь Уралу. В этот раз «Тигры» попали в группу А, где соперниками наших футболистов на первом этапе станут Мордовия, Ротор и Ереванский Пюник. Стартовые матчи Кубка ФНЛ пройдут уже 8 февраля, а итоги турнира станут известны 21 числа. Велосипедисты «Приморья» проведут последние соревнования 2018 года. Традиционно заключительным состязанием станет маунтинбайк-эндуро-гонка на призы Деда Мороза. Участниками этого зимнего мероприятия станут спортсмены вузов, техникумов, школ, различных клубов и, в принципе, все желающие приморцы. Подробности можно узнать по указанному номеру. Байкеров разделят на 8 групп в зависимости от типа велосипеда и возраста спортсмена. Для победы нужно будет выполнить 4 заезда по 4 разным трассам в максимально короткое время. Участки для соревнований будут пролегать в лесном массиве завода «Варяг». Открытие гонок состоится 23 декабря в 11:30. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Избирком Приморья официально объявит победителя губернаторских выборов 18 декабря. Явка на повторных выборах составила более 46%. Олег Кожемяка набрал 61,88% голосов избирателей. Второй из трех новых электропоездов пригородного сообщения для Приморья прибыл во Владивосток. Новые электропоезда отличаются повышенным уровнем комфортности и будут работать на пассажиронапряженных маршрутах. Каждый житель России теперь может оставить свои предложения по развитию Дальнего Востока на сайте dv2025.rf. 25 декабря будет подключен модуль рейтингового голосования. Рыбаки Владивостока в минувшие выходные устроили паломничество к водам Японского моря. Но жители и гостей Владивостока предупреждают, выход на лед категорически запрещен и опасен для жизни. Более 20 лет спустя наследники художественной мысли из Приморья и других регионов возродили проект «Территория надежды» в новом обличии и с новыми идеями.
Отборочный тур новогоднего конкурса от радио «Лемма» «Поздравь Деда Мороза» собрал множество юных талантов, которым предстоит растопить сердце главного волшебника. Финал конкурса пройдет в ближайшую пятницу, 21 декабря. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Но если вы вдруг пропустили что-то значимое, то смело подписывайтесь на 8 канал «Владивосток» в YouTube. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте на WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. До Нового года остается всего пара недель, и жители Владивостока активно готовятся к его встрече. Не забывают и про новогодние наряды и костюмы. А на днях совершенно необычными аутфитами удивила наша соседка – Поднебесная. Китайский фермер-модник Доу Сяоган создает необычные наряды из предметов домашнего обихода и того, что многие бы отправили в мусор. Этим он хочет показать, что дизайнерское искусство может быть не только красивым, но и экологичным. Любители всего экстравагантного могут почерпнуть пару-тройку идей. На оригинальные творения смотрим все вместе прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. До встречи на 8-м.